Дорогие братья и сестры, сегодня с нами беседует епископ Кирилл Зинковский, ректор Московской Духовной Академии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. И вот владыка Кирилл уже беседовал с нами, очень интересная такая получилась беседа о старцах, о подвижниках и о собственном жизненном пути, вот как владыка вообще пришел к церковному служению, как, с какими он удивительными, благочестивыми людьми встречался. А сегодня владыка расскажет нам об отце Алексии Мечёве и затронет такие темы, это очень актуальные темы, как вот прозорливость, допустим, почему какой-то пастырь наделяется от Господа прозорливостью, затем как вот правильно исповедоваться, отталкиваясь, конечно, от наставлений святого праведного Алексия Мечёва. И в том числе, владыка, надеюсь, вы нам расскажете о том, как вот правильно относиться к государственной власти. Вот священники должны поддерживать власть или там критиковать, потому что ведь отец Алексий, он же застал уже революционные годы, и там вот как было правильно относиться. А люди часто вот ропщут на власть. И много других тем, я надеюсь, мы сможем рассмотреть. Да, спасибо, отче. Да, я думаю, что поскольку этот год мы будем праздновать столетие со дня кончины святого праведного Алексия, то, наверное, сам Бог велел немножко поподробнее остановиться, что-то вспомнить или узнать новое из жизни этого великого молитвенника, который стяжал большие дары духовные, находясь не в лесах, не среди каких-то пещер, а вот посреди большого столичного города. Конечно, в силу своей простоты и такой особенной какой-то скромности, которая была свойственна отцу Алексию, он, может быть, для многих он воспринимался как даже простой сельский батюшка, хотя служил, опять-таки, повторюсь, в центре столицы. Его такая простота в то же время была очень на руку, в хорошем смысле, простым людям, которые приходили и чувствовали его доступность, открытость и его, конечно же, любящее сердце. Ну, жизнеописание частично на вашем канале уже было, я думаю, освещено его, и люди могут быстро это в памяти восстановить. Я бы, наверное, хотел остановиться на его духовном пастырстве, на его каких-то вот личностных качествах, на которые, конечно же, должны обратить внимание и священники, и будущие священники, семинаристы. Ну и, конечно же, на тех духовных наставлениях, духовных заветах, которые отец Алексий оставил своим духовным чадам, которые пронесли его заветы через тяжелые годы гонений советского периода. Наверное, можно о таких людях говорить много, и, конечно, до конца все равно трудно понять, как человек раскрыл свое сердце такому большому числу людей. Он очень скромно говорил про себя, что я как помойка, в которую все сваливают все, что у них накопилось плохого, негативного, на исповедь, греховного, да. На исповедь. И надо сказать, что он был человеком таким очень тонким педагогом, пастырем, который каждому не навязывал всем одно и то же, скажем, одну и ту же схему духовного руководства. Некоторые люди к нему обращались несколько раз в год, кто-то раз в месяц, кто-то чаще, кого-то он только подсказывал чуть-чуть, давал советы в каких-то самых важных жизненных ситуациях. А кто-то к нему обращался уже более за внутренними духовными вопросами, как молиться, как бороться с грехом. А кого-то даже вот из тех, кто жил в миру, он доводил до такого, постепенно подводил с Божьей помощью к такому духовному состоянию, когда человек отслеживал сам за собой уже самые какие-то маленькие, казалось бы, для обычного христианина незаметные, такие неправильные движения душевные, какие-то греховные, либо раздражение, гневливость или что-то еще. И потом эти его духовные чада приносили к нему на исповедь не только внешние ошибки или не только вопросы какого-то внешнего устроения жизни, хотя это было тоже важно, и отец Алексий довольно много уделял внимания порядку, упорядоченности жизни человека, христианина, и внешнего порядка, и внутреннего характера. Но вот многие доходили до того, что они очень глубинно отслеживали свои внутренние состояния. И за каждое из них сами себя укоряли и приносили это потом на исповедь, и на такое вот откровение помыслов. К сожалению, иногда встречаешь от некоторых священников мысли, что вот откровение помыслов – это только для монашествующих, для обычного христианина это не нужно. Но вот из опыта святого Алексия можно сказать, что, наверное, да, безусловно, не все люди доходят до такой степени, когда им нужно, скажем, на исповеди подробно проговаривать все движения своей души. Человек, может быть, к этому просто не готов. Но считать это совсем ненужным, даже для просто христианина, живущего в миру, думается, из опыта святого Алексия видно, что это неправильно. Безусловно, все внешние наши грехопадения, ошибки большие и маленькие, они все-таки происходят из-за внутреннего вот такого, внутренней беспечности. И отец Алексей об этом много говорил, что если ты хочешь приблизиться к Богу, если ты хочешь приобрести добродетели, то тебе нужно очень внимательно сосредотачиваться на внутреннем своем мире и отслеживать свои чувства на молитвенном правиле, вечером проверять себя, не просто формально прочитывать молитвы, а проверять себя, что ты сделал за этот день неправильно, и во внешнем, и во внутренних своих настроениях. И, в общем-то, здесь он, безусловно, опирался на слова самого Спасителя, что из сердца исходят все согрешения, и злые мысли, и злые поступки. Соответственно, такой вот отец Алексий, подвижник и молитвенник, он явился, стал притягательным для людей очень разных профессий, и ученых, и писателей, и художников, артистов, философов, инженеров, студентов, рабочих. Но надо сказать, что и монашествующие, особенно в период, когда в коммунистической России стали закрываться монастыри, многие монашествующие обращались к отцу Алексию и в нем находили достойного наставника и пастыря, несмотря на то, что он был женатым священником, имел детей. Он стяжал дары не меньшие, чем многие подвижники в монастырях. И у него была очень близкая связь с Оптиной пустынью, особенно со старцем Анатолием Оптинским, уже ныне прославленным преподобным Анатолием-младшим, Потаповым. И старец Алексей очень со светлой улыбкой, вспоминая о старце Анатолии, говорил: мы с ним одного духа. Многие даже из Оптиной пустыни говорили, как, по-моему, если я не ошибаюсь, старец Нектарь Оптинский, что почему вы к нам ездите, у вас есть отец Алексий в Москве. И скитоначальник также, хотя он не прославлен в лике святых, по-моему, отец Мелхисидек, он тоже был близок к отцу Алексию, они стояли в переписке. В общем-то, видно в отце Алексии, что он был человеком, который стал пастырем для всех родов жизни, людей, находящихся в разных возрастах, в разных каких-то жизненных условиях, призваниях жизненных. И на всех у него находилось слово поддержки, слово вразумления. И, безусловно, мы знаем, что он имел дары прозорливости, которые тоже очень помогали ему в его служении. В том числе ему открывалось неоднократно, что произошло с людьми, находящимися в состоянии без вести пропавших во время Первой мировой войны, приходившие и приезжавшие из разных уголков страны, узнавшие о нем уже люди, получали по молитве от него ответ, как молиться за без вести пропавших, за здравие или за упокой. Также он имел близкое общение со святейшим патриархом Тихоном И вот я тут не могу подробно рассказать, но, думается, это тема очень тоже богатая в плане исследования и возможных каких-то новых даже открытий. Но мне почему-то представляется, что наверняка, безусловно, отец Алексий повлиял в том числе на духовный, скажем, духовную ориентацию святейшего патриарха Тихона, потому что вначале, мы знаем, святейший Тихон выпускал послание с анафемой против коммунистической этого бунта. Постепенно, безусловно, святейший Тихон и сам молился, но, безусловно, становление сознания соборно имело характер, как церкви было возможно оценить эти страшные гонения, закрытие церквей, казни священнослужителей и монахов, и при этом дойти до сознания, что эта власть пришла надолго, и за нее надо молиться. Думается, что введение поминовения властей, оно было в том числе, здесь отец Алексий, я думаю, тоже свою роль духовную сыграл. В частности, один очень яркий пример, когда один человек, желавший принять участие в сражении гражданской войны, как глубоко верующий, он хотел сделать это на стороне Белой армии. И зная, что отец Алексий – человек святой жизни, который, как предполагал тот человек, безусловно, будет на стороне Белой армии, против тех, кто разрушает храмы, он пришел к нему взять благословение. Отец Алексий в то время болел, но как нас по дару прозорливости не пришлось этому человеку даже формулировать вопрос. Только он зашел в келью, а старец ему отвечает на его мысли: «Нет, нет, нет». «А что нет?» – спрашивает пришедший. «Нет тебе благословения идти воевать в Белую армию». «Почему?» – спрашивает он, удивленный. «А потому, – сказал отец Алексей, – что эта власть пришла надолго, и по Божьим попущениям, пока не исполнятся те времена и сроки, которые отпущены этой власти, никто ничего не сможет сделать, никто не сможет ее опрокинуть. Это Божий промысел, и здесь нужно просто его принять, а не воевать на поле брани или как-то мысленно перестать воевать». Видимо, если бы он пошел туда, он бы и себя погубил, и мог бы и другим повредить, и потом вообще непонятно чего, потому что надо было все-таки оставаться с Россией, внутри поддерживать духовную жизнь в России. Да, думается так. Ну, по крайней мере, также я помню, что многие трудные годы думали, когда было весьма голодно в Москве или в окрестностях, думали поехать в южные части нашей страны, в том числе на Украину. И отец Алексей здесь тоже настаивал на том, что нужно претерпеть это испытание, нужно остаться там, где ты есть, где Господь тебя посетил, и при этом предупреждал, что если вы уедете, то там будет еще хуже. Ну и действительно, через короткое время там наступил так называемый Голодомор, где голод был еще более жестокий, чем здесь, в центральных районах России. Эта прозорливость старца, она, конечно, многократно проявлялась, и все, кто с ним общался, исповедовался, они чувствовали, что он, пожалуй, зачастую лучше знает их какие-то внутренние движения души, мотивации каких-то поступков, чем сам человек. Человек, как мы знаем, находясь в нашем падшем состоянии, мы зачастую настолько привыкаем себя оправдывать, что где-то и сами себя обманываем. Человеку зачастую кажется, что он, может, я сделал какой-то не очень хороший поступок, потому что хотел чего-то не самого плохого, не просто из-за какого-то явного греха, а, может быть, у человека смешанные чувства часто бывают, и в этом таком калейдоскопе разных чувств, движений души, мыслей, эмоций, отец Алексий, как и другие старцы, имел дар помочь разобраться. Хотя, надо сказать, у него еще была такая особенность, что, думаю, может быть и не всегда, но чаще всего, по свидетельству одного из описателей духовного пасторства отца Алексия. Он чаще всего, когда человек приходил к нему в очень сильных эмоциях, он не начинал его обличать и указывать на греховную, скажем, источник вот этого его состояния. И не указывал ему сразу на его ошибки. Он давал ему успокоиться, выслушивал его. А потом, когда человек успокаивался, бывало, что и на другой день какой-то, или чуть позже в этот же день, по возможности, он уже начинал с ним работу над ошибками, показывая то греховное движение или многочисленные греховные движения души, которые были в душе этого исповедника. Владык, я вот как-то встречал такие воспоминания, что сам отец Алексий, он старался где-то даже прикрыть свою прозорливость, и даже как-то он говорил, что вот там меня называют прозорливым, а на самом деле это просто, ну, опытность обычной вот человеческой жизни, что-то такое, вот он так говорил, что со многими людьми общаюсь, и поэтому уже вот просто какой-то опыт. Но как вы привели примеры, все-таки видно, что у него была явная такая прозорливость от Господа. Да, ну, я думаю, что, безусловно, как все святые, они пытались скрыть свои дары, и, наверное, даже точно можно сказать, что, конечно же, он был очень опытный пастырь, и некоторые вещи мог, скажем, просто по опыту понимать, в каком человек состоянии находится, по выражению лица, по обстоятельствам его жизни. Но действительно, вот мы привели примеры, которые говорят о том, что у него были дары Духа Святаго, ему Господь открывал вещи, которые было невозможно определить по состоянию человека. Вот, допустим, приходит мать сына, который пропал без вести в сражениях Первой мировой войны. Ну, она ничего не знает о сыне, и по ее внешнему виду совершенно невозможно определить о его судьбе. А немножко скрывая свой дар, старец Алексий говорит, ну, разное, молись как за живого, ну, разное бывает. Вот, допустим, кто-то попал там в такие какие-то передряги, в плен, еще куда-то. В общем, сейчас вот, допустим, один там молодой мужчина работает на табачной фабрике в Софии, в Болгарии. Оказывается, через некоторое время она получает письмо от сына, который работает на табачной фабрике в Софии, в Болгарии. То есть, действительно, это откровение, которое иначе не назовешь как даром всеведущего, всезнающего Бога, Господа Бога. Владыка, я вот задам такой вопрос, наверное, и многих семинаристов, тех, кто учится, да и не только семинаристов, вообще православных христиан он интересует. А как вообще вот это появляется, да, что человек вдруг раз, и он начинает что-то прозревать? Из-за чего это дается? То есть ведь, скажем, семинаристы, вот они заканчивают учебу, потом становятся священнослужителями. И многие поначалу, еще будучи юными совсем, еще не став священниками, они думают так, что ну вот, стану священником, может быть, тоже буду прозревать, тут же подсказывать людям. А потом оказывается, что Господь им не подает вот эту прозорливость. И в чем тут вот секрет? И почему не подает? А если подает, то почему именно вот таким, как отец Алексий Мечёв? Ну да, здесь тема такая обширная, вопрос очень важный. С одной стороны, для молодого пастыря, конечно, важно даже и не искать этой прозорливости, и не ожидать ее, потому что она дается все-таки особым избранным людям, чаще всего очень простым и смиренным, которые сами этого в какой-то степени даже, скорее всего, не ожидают. И мы знаем, что святые даже бывало просили у Господа Бога забрать дары особые, яркие, в том числе прозорливость или дар исцелений, вот, сверхъестественные дары, для того, чтобы ну, как-то не подскользнуться. Они с большим недоверием, эти люди Божии, относились к себе, и поэтому, в общем-то, никогда и не просили таких даров. Поэтому понятно, что для молодого священника мы тут, скажем, ориентируем на то, чтобы просто вежливо относиться ко всем приходящим, терпеливо, несмотря на боль и подчас какое-то Может быть, у кого-то истеричное, у кого-то возмущенное состояние духа всех приходящих. Современному человеку даже не всегда-то и нужна эта прозорливость. Зачастую ему нужно просто внимание, доброе слово. А дар прозорливости, он все-таки особенный, дается на каких-то уже высших ступенях духовного развития, и то не всем. И, строго говоря, конечно же, мы понимаем, что это дается по дарам по мере соблюдения заповедей, особенно смирения, потому что эта добродетель стоит как фундамент, который, по-моему, по слову преподобного Авва Дорофея, он еще сравнивает, кроме фундамента, у него есть такой прекрасный, яркий символ. Это вот связка такая цементная, он использует другое слово, но современным языком говоря, это такой вот цемент, который связывает вместе разные кирпичи строящегося дома. Разные добрые дела, молитвы, разные даже добродетели. Если они не будут скреплены, вот эти кирпичики, некой вот такой связующей, цементирующей связкой, которая есть смирение, то все эти кирпичи потом опять запросто посыпятся на голову строителю. И также вот в духовной жизни все даже добрые дела могут стать препятствием не только для духовного развития, но могут даже стать своего рода опасностью для человека неопытного, не скрепившего все свои труды добродетелю смирения. Поэтому отцу Алексию, конечно же, этот дар давался именно в силу того, что он всю свою жизнь посвятил служению ближнему. Вот одно из его таких наставлений, он, кстати, советовал почаще творить молитву, и опираясь, во-первых, на свой опыт, во-вторых, он, безусловно, был человеком, начитанным святоотеческой литературой, опираясь на добротолюбие, на преподобных Калиста, Игнатия, Исихия Иерусалимского, Марка Подвижника. Не очень обширные цитаты, но главные мысли он передает, в частности, в своих наставлениях о молитве. И если так обобщить, то он своим прихожанам это передавал в такой форме, что мы можем молиться как-нибудь, а чтобы молитва была благодатная, чистая, это уже дар Божий. Не упаси Боже, говорил отец Алексий, искать какой-то особой молитвы. Мы даже, говорит, просто не имеем права помыслить, что мы можем творить молитву. У святых отцов есть такое выражение «творить молитву», «искусство молитвы». Он их, своих чад духовных, приводил к мысли, что по греховности, по неопытности, по нашей лености мы находимся в состоянии, когда нам просто бы читать молитву. В простоте, ничего не ожидая, ни на что не рассчитывая. И сама эта простота молитвы, которая является призыванием святого имени Божьего, она будет освящать нашу жизнь, очищать ее от греха, предотвращать различные грехопадения. И вот он, в том числе, он говорил так: когда вот ты молишься, ты должен забывать о себе. Он проводит такое сравнение. Христианин в идеале в своей жизни должен забывать о себе, служа ближним. Точно так же в молитве мы призваны забыть о себе. Мы должны забыть о себе, думать только о Господе и исполнении Его святых заповедей, чтобы Господь в молитве научил нас исполнять заповеди не только внешне, но и внутренне. И вот это забвение себя, это как раз, по мысли отца Алексия, в принципе, это евангельская мысль, отвержение себя, но понятая в очень таком, именно в святоотеческом и, я бы так сказал, современным языком, в таком позитивном ключе, как раз в каком-то смысле именно творческом, но как служение. Это очень-очень важная мысль, которую он постоянно внедрял в сознание своих духовных чад. И думаю, что ему-то как раз удалось перейти на уровень, когда он о себе просто не думал. Он настолько был смиренным человеком, если даже думал, как-то ближние иногда возвращали его к мысли о себе, и сходатайствовали ему крест с украшениями. Ну, обычный священнослужитель может даже кто-то вспомнить про себя, а кто-то вперед заглянуть, как он отреагировал бы на такую награду от патриарха. Ну, на 99,9 это люди будут радоваться. Отец Алексий совершенно искренне плакал. Он говорил, ну что же вы сделали? Зачем вы это сделали? У него была какая-то детская простота. Он вот просто огорчался, что ну, я этого не достоин, и зачем надо было это делать? Он не ругался, но просто сокрушался духом. Иногда эта его простота и кротость доходила до некоторого юродства, когда его святейший патриарх Тихон должен был награждать палицей, то он настолько внутренне вот, смущался, ну, наверное, слово «смущался» неподходящее слово, он скорбел о том, что ему вот надо присутствовать на таком торжественном богослужении, при таком стечении народа, что он пошел на такое некоторое, я бы с точки зрения кого-то, может быть, скажем, какое-то преступление. На самом деле это было не преступление, это была его такое вот добродетельное скорбь его души. Он просто спрятал эту палицу в алтаре, и когда пришло время награждения, и подьяконы бегают везде, смотрят, где нету палицы, что же делать? Ну, пришлось отменить награждение, и награждение перенесли на службу какого-то викарного епископа, когда было мало народу, и это было совсем не то стечение, не такое пышное торжество. Ну вот такая была душа у отца Алексия, она и есть, да, которая заставляла его плакать обо всех, и в то же время он плакал и о себе. Он не считал себя достойным каких-то почестей в этом своем служении. Он же какое-то время, отец Алексий, был законоучителем, преподавателем закона Божия в женской гимназии. И там периодически по поводу оценок или поведения девочек собирались воспитательские советы. И вот на одном из этих советов какую-то из воспитанниц собирались ей поставить, я вот даже не помню, по поведению или по учебе двойку, ну, в общем, с какими-то серьезными последствиями, но отец Алексей сидел там с таким страдающим видом, что все эти воспитатели говорят, ну, при отце Алексее мы прям не можем, он так страдает, что мы не можем поставить ей двойку, ну, поставим тройку. А в следующий раз попросим, скажите, чтобы он не приходил, а то, говорит, мы не сможем двойки поставить. Но это вообще особенное состояние души человека, который достиг вот таких высоких духовных состояний. Мы можем о них, конечно, не из глубины, а извне, но чуть-чуть так прикоснуться, но для нас это остается тайной. Так же, как вот святой Иоанн Кронштадтский, который благословил отца Алексия на подвиг старчества после кончины его супруги. Он сказал, открой свое сердце для боли всех приходящих, и тогда ты забудешь о своей боли и будешь участвовать в страданиях этого мира, который лежит в боли и в страдании. Отец Иоанн Кронштадтский ведь тоже, через него еще, пожалуй, и больше чудес происходило. Ну, наверное, не стоит сравнивать, но тем не менее, очень много чудес. И когда его священники спрашивали, отец Иоанн, а вот вы столько чудес Господь через вас творит, что... Как это вот этого добиться? Что это такое? Отец Иоанн Кронштадтский отвечал на встрече со священниками, это не я, это Господь творит через меня чудеса. Ну и дальше развивал мысль о жизни священника, о молитве. Но ведь вот если следовать логике, то вообще-то говоря, это не совсем логический ответ. Логический в каком-то смысле неверный. Его спрашивают священники, мы же тоже священники, почему через нас не творит? А вы священник, через вас Господь творит. Отец Иоанн не дает ответа на этот вопрос. Понятно, что он по смирению не хочет указывать на свои добродетели, но я искренне верю, что они, вижу вот в их жизни, что они и не рассматривали это как что-то особенное. Но это удивительно, потому что вот обычная логика обычного человека, ну да, через меня творятся чудеса, а вот через вас не творятся. Ну ясно, что я особенный. Но это же как 2 × 2 = 4. Ну вот через вас не творятся, а через меня творятся. Ну понятно, что я особенный. Нет, их мысль просто уходит, она просто вообще ни на секунду не задерживается на осознании этого факта. Он просто... По благодати Божией он просто вне их поля рассуждений. Для обычного человека это невозможно. Почему и многие дары и не даются нам? Потому что мы не готовы это понести. У нас неизбежно начнет возрастать самомнение, самооценка и, безусловно, гордыня. А это для нас самое страшное. Да. Да, получается, что мы даже благодатные дары Божии, мы бы их употребили во вред себе и для самовозвеличивания в своей душе. А отец Алексий, у него такое смирение было, что совсем на себе внимание не сосредотачивал. Да, я вот как-то читал и удивился, такой прям случай, как ворвались какие-то хулиганы в храм, их не могли там утихомирить, а отец Алексий вышел, и он стал, ну, как-то очень по-простому с ними так тепло говорить, что вот мы приходим в храм помолиться за родных, за близких, вот у вас же тоже есть родители, и вот и за них тоже надо молиться. И, видимо, слова его были настолько, ну, как-то пропитаны благодатью Божией, что у них прямо, они сразу вот свои хулиганские нравы потеряли, некоторые из них даже заплакали от таких слов. То есть, получается, что слово, вроде бы одинаковые слова могут люди произносить, но они могут наполняться разным внутренним содержанием. Да, это сила слова, да, сила слова, которая была всегда свойственна людям Божьим, сила благодатная, не человеческая, а божественная, о которой, кстати, можно сказать, что, наверное, самое большое чудо – это действительно, когда изменяется душа человека. Богу в каком-то смысле, можно так дерзновенно сказать, легче исцелить тело человека, чем его душу. Если Он, Господь Бог, дал нам дар свободной воли, то Он вот волю человека насильно об колено не ломает или, наоборот, не выправляет какими-нибудь механическими средствами внешнего воздействия. Но каким-то образом действительно вот это слово силой, благодатной любви, действительно вот эти студенты, они в частности в воспоминаниях потом, некоторые из них стали прихожанами отца Алексия, они говорили, что они по большому счету пришли устроить какой-то скандал и даже, возможно, побить священника. А отец Алексий их встретил такой безоруживающей простотой и любовью и сказал: а вы пришли помолиться за близких? Давайте, мы, конечно, сейчас помолимся, что, как там, родители, что, чего. И, можно сказать, настолько обезоружил их вот своей такой чистотой и такой вот открытостью, что действительно вызвал слезы и покаяние. Был похож случай, когда пришли какие-то девушки-курсистки тоже поиздеваться, но не бить, но как-то словесно подиздеваться над церковью, над священнослужением, над священником. И точно такая же история произошла. Отец Алексий их своей любовью так не только обезоружил, но пленил, что они стали потом прихожанками. Это такие ярчайшие примеры, потому что молодежь тогда была действительно, она напичкана была либеральными всякими идеями. И надо сказать, что ну, и тогда же уже действовало такое вот информационное оружие. Да? Из искры возгорится пламя. Коммунистические вот эти идеи, они были не только коммунистические, но и разные, либеральные. Они просто пронизывали общество во всех слоях. И ну, вроде кажется, ну да, если с любовью скажешь, но на самом деле это огромное чудо, потому что люди, вот напитанные такой вот информацией и уже пропитавшиеся какими-то либеральными идеями, от одного слова обычного человека, просто даже с добротой или с любовью сказанными, они не изменят свои позиции так, чтобы начать ходить в храм и изменить совершенно свое отношение к тому, целому спектру вопросов, которые у них, безусловно, были антиконсервативные, соответственно, против культуры, против религии, против церкви, против многих традиционных вещей для нашего государства и народа. Просто вот за несколько минут произвести такой переворот в душе человека – это, конечно, величайшее чудо. Отец Алексий имел этот дар. Хотя, конечно, мы понимаем, что вот среди его духовных чад были и люди, которые очень медленно менялись. И в духовной жизни бывают такие, по благодати Божией, потрясающие моменты каких-то очень резких и очень сильных изменений. Когда человек вот даже свое мировоззрение меняет на 180 градусов. Но бывает более длительный процесс, к которому как раз отец Алексий своих духовных чад и приучал, труда над собой. Хотелось бы нам, чтобы вот внутренний наш мир изменился быстро, и так мы, все наши мысли и чувства были святыми. Но это не получается. Ну и в этом есть определенный промысел Божий. И отец Алексий как раз много говорил о трудолюбии, что христианин должен быть трудолюбивым и внешне, и внутренне. И что в этом процессе он постепенно свои духовные силы и приучает располагаться так, чтобы потом благодать Божия могла более полно задействовать наше внутреннее естество. Вот этот процесс в том числе нашел, вернее, вот эти его мысли, конечно же, и опыт церкви, и его личный опыт, они нашли выражение в его правиле благочестивой жизни для духовных чад, которое осталось в наследии. Ну, есть мысли, что это было даже не полностью его сочинение, он взял у одного дореволюционного архиерея, но, тем не менее, он немножко там дополнял, чуть-чуть что-то от себя добавлял. И это очень живую такую... Когда читаешь это же правило благочестивой жизни, удивляешься, насколько он все-таки хотел, чтобы его духовные чады живо ощущали присутствие Бога вот в обычной, ежедневной, даже во многом обыденной какой-то вот повседневности и их своих будней. Владыка, вот в этой связи такой вопрос возникает, ну даже не то, что вопрос, а мы наблюдаем некую уже реальность, может быть, печальную, что у людей зачастую, ну как раздвоение такое наблюдается, что они православные, крещенные, и когда приходят в храм, они как бы вот один образ принимают, а потом, когда выходят, погружаются в мирскую уже среду, ну даже уже по пути из храма в метро, уже начинают немножко подстраиваться уже под этот мир. Вот. Ну и, соответственно, много тоже других таких вот проявлений. Я не собираюсь ни радикально ничего сказать, ну просто, да, скажем, вот священник, некоторые священники, они одевают на себя даже вот рясу и подрясник. Подрясник только уже придя в храм, а идут в таком мирском виде до храма. И, а что говорит про мирян? И получается, что такой разрыв церковной жизни от остальной жизни этого человека. И вот это вот во всем. Вот если отталкиваться от наставления, от пасторства отца Алексия Мечёва, вот как все-таки правильно поступать? Да. Ну, наверное, один из главных таких, может быть, его... Квинтэссенция его наставления, она в характерной такой формуле. Я хочу, чтобы моих духовных чад, ну, это можно распространить на всех христиан, было не настроение, а устроение. Эти слова он сказал одной своей духовной дочери, которая была очень церковным человеком, регентом. И как раз вот на летний отдых, когда батюшка выезжал в поселок, где у него был домик дачный, там в местном храме было не очень-то благоговейное чтение шестопсалмия. Какой-то местный дичок там читал так не очень точно и как-то немножко торопливо, не очень благоговейно, видимо, ну, по-своему. Может быть, у него была в этом какая-то своя простота, немножко такая, может быть, он и молился, но для нее это было очень такое, по сравнению с тем благочинием службы, который... Весь приход под руководством отца Алексия старался сохранить в приходе Святого Николая в Клинниках, в их родном храме. Настолько это вот ее как-то смутило, что она во время шестопсалмия в итоге вышла из храма. И отец Алексий потом уже после службы говорит: а что же я тебя не увидел-то? Она стала объяснять, что вот такое неблагоговейное чтение, как-то вот лучше уж я вообще там на улицу выйду. А он сказал: а я бы хотел, чтобы моих духовных чад было не настроение, а устроение. Ну, говоря о чем-то более глубинном, безусловно, устроение — это некое более глубинное такое вот состояние духа, которое не зависит от эмоций, в том числе эмоции могут быть от красивого пения, чтения. Да, тут вспоминаются слова батюшки Иоанна Кронштадтского, который говорил, что молитва под воздействием хорошего пения и чтения — это еще не такая скажем, когда она идет уже вот именно в результате такого хорошего пения и чтения, которое, безусловно, мы должны следить, чтобы они были в храме, это еще не совершенная молитва. Это молитва, зависящая, ну, вот от какого-то настроя, от атмосферы. Более глубинное устроение, когда человек как раз и в храме, и в метро, или где-то на работе, он везде будет ощущать присутствие Божие. Как раз мысль отца Алексия шла вот в эту сторону, как я возвращаюсь к мысли о его правиле благочестивым на каждый день. Он говорит, вот садишься кушать, думай, что рядом с тобой сидит Христос, что ты как один из апостолов, или как один из тех, кого Господь чудесной трапезой в пустыне накормил. И много таких очень, я вот советую всем почитать, это правило благочестивой жизни, очень живого такого ощущения, осознания присутствия Бога в нашей жизни. По слову самого Христа, «Аз есть с вами во все дни до скончания века». И вот это, конечно же, мы понимаем, что богослужение и келейная, и домашняя молитва, они необходимы. Человек по немощи своей не может сразу спрыгнуть на ступеньку вот такого хождения пред лицем Божьим, когда бы он не зависел от внешних обстоятельств и внутренне предстоял Богу. Но, вот, тем не менее, вот эта главная мысль отца Алексия, она как раз подходит и нам, современным христианам, и священникам, и мирянам, и архиереям, что действительно необходим духовный труд над воспитанием своего внутреннего мироощущения, что для нас наиболее важно. Очень яркие слова из святого Василия Великого могут быть дополнением к этому понятию хождения пред лицем Божиим. Он в свое время, святитель, говорил: «Господь Бог – великий зритель». То есть это как раз к той же теме забвения себя. То есть обычно человек смотрит на себя, как меня воспринимают другие люди, здесь присутствующие или не присутствующие, которые увидят или услышат обо мне позже. Но христианин должен осознавать, что великий зритель – это Господь Бог. И мы именно больше всего должны дорожить Его мнением о нас, и больше всего должны стараться порадовать именно Его и через исполнение заповедей, и через внутреннее наше устроение как раз, а не настроение-то оно может меняться, как те же оптинские старцы говорили, как погода, то солнце, то дождь, то ветер, то холодно, то жарко. И зачастую человек просто не властен над этим. А вот сохранить внутренний стержень, и отец Алексей очень много говорил о работе над волевыми своими качествами, что христианин должен быть и человеком, который свою волю принуждает, независимо от эмоций, допустим, вести себя так, как надо бы вести. Ну и что, что у тебя плохое настроение? А ты все равно поздоровайся со всеми, чтобы никто и не заметил, что тебе плохо. И во многом в этом, кстати, все-таки начало борьбы, потому что действительно вот тут мысль как бы такая двоякая. Получается, что с одной стороны мы не можем повлиять по мысли подвижников, которые были лучшими психологами, не можем повлиять на свое настроение, зачастую оно нам не подвластно. Но в то же время мы не должны отпускать это на самотек, сохраняя некую дисциплину, некоторые даже вот внешний свой вид, некоторые... Это уже первая ступенька борьбы с грехом, когда мы не позволяем ему разбить нас, вот выгнать из храма из-за того, что плохо поют, или там с кем-то поздороваться как-то не по-доброму, потому что либо он, либо другой меня кто-то слишком обидел, и я теперь вот всем покажу, что я обиженный, быстренько меня утешайте, а если никто не бросается утешать, то я еще больше обижаюсь. Ну и тут целая такая водоворот греха, в который человека часто просто затягивает, а потом он даже и не знает, как ему оттуда выбраться. Владыка, вот очень верный в самом начале вы подчеркнули, что отец Алексий, он обращал внимание и на мысли, да, не только вот на то, чтобы мы были внимательны к своим поступкам, но и к мыслям. И даже вот кого-то он возводил к такому откровению помыслов, То есть, видимо, все-таки мысль, она имеет огромное тоже значение. И куда мы направляем наш ум, да и чувства сердечные. Вот что еще вот можно сказать по этому поводу? Да, много. Многие сейчас знают и наставления старца Фаддея Витовницкого, сербского старца, который говорит, какие наши мысли, такая наша жизнь. Да, мы понимаем, что действительно мы сами это чувствуем и испытываем, что мысли очень сильно влияют на наше состояние. Да, отец Алексий приучал исповедоваться, и на самом деле некоторые считают, что вот подробное раскрытие своей внутренней души, состояния души может испортить отношение духовника к тебе. Встречалось такое не раз в моем пасторском опыте. Я всегда говорил, вы знаете, если человек искренне открывается, то наоборот как-то Бог дает священнику, я и с другими советовался, но без подробностей не рассказывая, а именно состояние души человека, исповедующего. Наоборот, священникам Господь дает некое сострадание и такое, даже большую любовь к такому человеку, чем тот, который пытается что-то скрыть, представиться каким-то хорошеньким, может, самому себе и духовнику одновременно. Это большая ошибка. Но в то же время бывают и другие ошибки, когда люди чрезмерно много начинают думать, что они исцелятся только тогда, когда они будут рассказывать все свои мысли. Это тоже неправильно. Отец Амвросий Оптинский, преподобный, однажды писал одной монахине: «Пощадите меня, не говорите все, что только приходит в вашу голову. Говорите только наиболее серьезные вещи, которые задели вас, вашу душу, поцарапали как-то внутреннее духовное ваше состояние, нарушили ваш мир». Умеете это сказать кратко, но понятно, потому что у каждого священника, а тем более у старца, огромное число желающих получить его совета. Да, но, безусловно, отец Алексий, как и другие подвижники наши, пастыри опытные, они приучали своих духовных чад к такому активной самооценке, да, которой человек проверяет свое внутреннее состояние. Хотя опять-таки, здесь очень в процессе окормления очень важно внутреннее состояние самого приходящего, потому что зачастую человек не готов принять какое-то вразумление. Интересно, что даже в общении со своим собственным сыном, который тоже прославлен как святой, но он проходил свои стадии развития, священномученик Сергий Мечёв, он вначале, когда стал священником, ему казалось, что на приходе у отца Алексия в храме Святого Николая надо какие-то порядки навести, более правильные. Что батюшка по своей доброте какие-то вещи, скажем, не отслеживает, которые не совсем по канонам, не совсем по правилам. Отец Алексей ему на это в некоторых моментах говорил: ну, знаешь, Сереженька, ну вот так и так. Ну, когда он видел, что тот не готов это принять, он говорил: ну ладно, Господь тебя сам научит. И действительно, когда он оказывался уже в роли исповедующего, и к нему приходили люди, не совсем все вычитавшие перед причастием, или, допустим, какую-то часть службы пропустившие, если он начинал с ними, так сказать, духовно окормлять их в духе жестких канонов, то потом оказывалось, что у человека была какая-то семейная трагедия, или кто-то очень тяжело болел, или он вообще, может быть, даже пришел не на причастие, он пришел подать записки, но не в тот момент, когда, казалось бы, отцу Сергию по молодости, что в этот момент по канонам уже нельзя вынимать частиц за здравие и за упокой. Но человек в спешке будничного дня, идя на работу, нашел время встать пораньше, зайти в храм. Отец Алексий, в общем-то, увидел и подсказывал, и увидел, что действительно по его молитвам отец Сергий через какое-то время уяснил, что нельзя строго формально подходить во всех случаях, потому как у людей очень разные обстоятельства, и они потом со своей болью оказываются неутешенными, неподдержанными. И вот подчас вот действительно отец Алексий мог что-то и строгое сказать, но подчас он по молитве, Господь ему открывал, где надо человека чуть-чуть предоставить самому себе, чтобы он сам дорос до того, чтобы сменить свои мысли, в том числе Даже некоторые священники, которые боролись, собрание бывало московских священников в его период, где-то уже последней жизни отца Алексия, где пытались строго регламентировать какие-то правила приходской жизни. Отец Алексий многое из того, что вот эти священники, собираясь, проговаривали, многое ставил под сомнение, что нельзя слишком это все подробно регламентировать, потому что жизненные ситуации бывают очень разные. Какая-то, безусловно, организация нужна, но по молодости зачастую вот и священникам казалось, что они вот сейчас обновят жизнь приходов через какие-то такие решения, но главное решение он всегда, отец Алексей, видел в духе любви, конечно же, любовного, бережного отношения ко всем приходящим, которое, конечно, не подразумевало потакания греху, но подчас и имело и строгие акценты воспитательные. Но все-таки главный фон, конечно же, это любовь, без которой никто, да и в наше время никто и не захочет терпеть никакой строгости. Если это строгость на фоне доверия и любви, это одно. А если это строгость просто вот из-за каких-то правил, и люди чувствуют, что это правило выше человека, то тогда, не дай Бог, мы в священники попадаем в ситуацию, которую обличил Христос. Кто выше, суббота или человек все-таки? Да, получается, что некоторые думают, что сейчас они все правила пропишут досконально, и да, тут же жизнь поменяется. А в реальности все совершенно иначе. Но вот когда знакомишься с житием святого Алексия Мечёва, то очень, конечно, удивляешься, насколько и внутренних как-то вот сил хватало, хотя вроде бы и здоровье у него не такое было. И ведь он же и занимался с беспризорными детьми, там же приют был при храме основан. И вы же, владыка, наверняка все это понимаете, потому что вы же, у вас же в Вырицах, когда вы трудились, там ведь тоже с детьми, и как вот центр это или как назывался? Да, центр приемных семей. Центр приемных семей. Он вот еще и действует, слава Богу, так и понемножку стараюсь все-таки временами как-то поучаствовать в нем тоже, да. И получается, что отец Алексий Мечёв, он для вас тоже как один из небесных покровителей на этом поприще. Да. А вот как это вообще возможно? И на приходах нужно ли основывать какую-то такую вот деятельность, чтобы не только словом учить, да, но и реализовывать какие-то проекты подобные? Да, тут, конечно, можно сказать, что в первую очередь видится, что приход должен сначала стать по-настоящему приходом, чтобы действительно собрались какие-то человеческие и духовные и физические силы воедино, чтобы что-то серьезное начинать, особенно такое, как что-то, как детский приют. Но вот владыка Пантелеимон, который возглавляет социальный отдел патриархии, он как раз очень оценил вот эту нашу идею, нас и наших помощников, что действительно это должен быть не просто детский дом, а центр приемных семей, где у детей есть все-таки мама и папа приемные, но это некая попытка восстановить что-то семейное. Да? Ну а, в общем-то, мы понимаем, что это судьбы в основном все очень сложные, и понятно, что если, допустим, ребенок становится сиротой просто из-за несчастного случая какого-то, то понятно, что более-менее здоровые семейные связи приведут к тому, что кто-то из родственников его возьмет. А вот из неблагополучных социальных слоев, где, к сожалению, и наркомания, и алкоголизм, и всякая преступность, там часто получается, что таких детей никто и не берет. И таким образом и генетика у них, и первый опыт жизни, восприятие окружающего мира, близких людей, они очень-очень негативные. И с ними бывает очень сложно справляться. Поэтому, конечно, отец Алексий, он собрал к тому времени уже хорошую такую пасту, точнее, Господь ему послал. Мы знаем, что он долго служил в пустом храме и даже слышал от некоторых священников, что это бесполезно, зачем ты служишь, никто к тебе не придет. А он, опять-таки, служил не с такой целью, чтобы собрать большой приход, что Господь все-таки дал, А у него была любовь к человеку. Он говорит, а я хочу, чтобы был один храм в Москве, где каждый человек может на День Ангела, какой бы он ни выпал на буднях, прийти и услышать величание своему святому. То есть его руководился он именно своим священническим, высшим понятием священнического долга, именно не просто как долга, а именно как реализация любви к людям, к прихожанам, которая имела такое очень практическое применение. И это вот такая его открытость и любовь, она помогла собраться приходу, который потом, вот можно сказать, имел разные стороны своей жизни, и в том числе это один из небольшого, очень, я не знаю многого числа примеров, но один из очень небольшого числа примеров, когда приход пережил вот 70 лет гонений, и остались те люди, которые те традиции старого прихода передали в новооткрывшийся храм Святого Николая на Маросейке. Но это вообще редкость, да, удивительная, да, просто. Владыка, вот хотелось последний такой вопрос задать в этой нашей беседе. Отталкиваясь от того примера, который дает нам святой Алексий Мечёв, праведный Алексий, который в миру жил, но он и для монахов, конечно, и для мирян, для всех был такой наставник. Вот что все-таки самое главное должно быть в жизни христианина? Чему надо посвятить себя, чтобы в твоей жизни тоже Господь явил какое-то чудо и какие-то благодатные дары, которые вот именно для тебя даны от Господа? Я думаю, что отец Алексий, он, конечно же, учил исполнять главные две заповеди – любовь к Богу и к ближнему. Но, наверное, можно конкретизировать особенно, что как это делать-то, как идти к исполнению этих заповедей, и хотя бы хоть как-то к ним, исполнению их приблизиться. В основном через борьбу с эгоизмом. Конечно, вот эта его идея служения, призывание, что будьте как солнышки, согревайте окружающих людей добром и теплом. Ну, это возможно только через победу над своим эгоизмом. А опять-таки, эта победа над эгоизмом возможна через перенесение центра тяжести себя на Господа Иисуса Христа. Поэтому вот эта его идея, за которую его часто критиковали, что он даже людям, не так давно ходящим в храм, благословлял читать много раз, без счета, в день, по многу, непрестанно молитву Иисусу. И некоторые другие церковные люди, и прихожане, и священники говорили, отец Алексий, но они еще молиться не научились, а вы им даете вот там чуть ли не непрестанную молитву Иисусу. А отец Алексий говорил, ну, при определенных условиях, говорит, я даю вот с простотой и для того, чтобы они думали больше о Христе, чем о себе. Так-то вот, а как этому научиться? Да только вот таким трудом, трудолюбием, когда человек сначала, как одна из его духовных чат вспоминает, мне было скучно, ну что вот все время, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. А удивительное такое воспоминание, говорит, но потом я вошла во вкус этой молитвы в очень практической ситуации. Муж ко мне приходил с работы, уставший, раздраженный, и я обычно реагировал на его раздражение тоже раздражением. А тут вот по совету отца Алексия стала молитву читать Иисусову, думаю, ну потерплю, И, значит, послужу ему, значит, с призыванием про себя она читала, что он не слышал молитву Иисусову, научилась справляться с вот этим ответным раздражением, послужить ему, и смотрю, и вдруг он обмяк, как-то подобрел, и мне так хорошо, и ему хорошо. Я думаю, как замечательно. Спасибо отцу Алексию, что он научил меня. Говорит, я читала в простоте, просто совершенно не надеясь на себя, а только надеясь, что Господь поможет. И вот дальше ей было уже проще, потому что у нее появилась такая практическая, такая очень живая семейная помощь в семейной жизни, которая, ну, мы знаем, что быт зачастую людей настолько заедает, что они даже просто вот тонут в море взаимных обид, упреков и не знают, как из этого вообще выбираться. Да, а молитва, она действительно спасает. И получается так, что духовные заповеди, они имеют огромное практическое значение. Вот как эта женщина, она могла через молитву Иисуса, ну, Господь через молитву эту ее душу умиротворил, а уже супруг тоже почувствовал и тоже пришел к состоянию покоя. Благодарим вас, владыка, за такую очень интересную, теплую беседу, посвященную отцу Алексию Мечёву. Конечно, для нас это очень значимо, и мы будем стараться читать наставления отца Алексия, чтобы и наша жизнь тоже преображалась, чтобы и в нашу жизнь тоже проливался свет Божьей любви. Надеемся, что и те, кто нас видит, те, кто смотрит подобные беседы, что они тоже уже по-новому начнут относиться и к ближним своим. Дорогие братья и сестры, с нами беседовал епископ Кирилл Зинковский, ректор Московской Духовной Академии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.